Сегодня же глава Чувашии Олег Николаев принял участие в пленарном заседании Питерского форума, который провел президент страны. Владимир Путин отметил, что российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисным уровням, хотя безработица увеличилась и доходы реальные упали. Анонсирована новая программа поручительства для МСП. Корпорация будет выдавать поручительство по кредитам банков-партнеров. По сути, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Сделает для них кредит более доступным. Программа льготной ипотеки продлена еще на год с повышением ставки до 7%. Для семей с детьми, рожденными после 1 января 2018 года, ставка составит 6%. Возможно, будет рефинансировать уже взятый кредит на жилье. Президент поднял несколько вопросов, которые давно ждали все, поскольку 1 июля заканчивается льготная ипотека, и многие в ажиотаже брали сейчас кредиты, считая, что она заканчивает свое действие. Сейчас по 3 миллиона для всей страны, очевидно, для Чувашии это очень выгодное условие, поскольку для нас практически ничего не меняется, у нас средний ценник по ипотечным кредитам около 2 миллионов рублей. И мы от этого выигрываем. Слава Богу, я призывал и Банк России, и правительство, чтобы нашу республику сохранили для этой программы, и она сохраняется.